смотрите, смотрите. Херакс. И чуть авария не произошла. Надо всегда ехать и быть готовым к такой ситуации, что он именно выйдет, и именно перед вами, и именно может еще и встать. Надо, вот ты видишь ситуацию такую, вот стоит чувак. Ты знаешь, что он может выехать. Ты еще не уверен, что он выезжает, но ты знаешь, что он может это сделать. И поэтому надо заранее приготовиться и, короче говоря, принять какие-то меры. Вот как я сейчас сбросил скорость и начал нажимать на тормоз. И видите, это могло помочь. Это одна из тактик вождения, безопасного вождения мотоцикла. Всегда будь готов. Как эти, как бойскауты в Америке, у них слоган «Будь готов». Вот так же и здесь надо применять. Всегда будь готов. Потому что какая-нибудь хуйня может произойти. Вот сейчас вот здесь очевидно, что ни хрена не может произойти. Поэтому можно чуть разогнаться. А вот тут вот уже хуй знает, видите, он стоит с поворотником. Чё-то он задумал. А, и правда, вон, видите, в зеркало поворачивает.